Добрый день, зрители нашего канала. Сейчас хочу вам показать посев томата. Уже сейчас сегодня 2 декабря. Высадили томат. Этот томат Pink Agat. По нем мы много говорили. До сих пор вот со смежной теплицы мы пришли. Его собрали. Помидоры для 2 декабря. Вы видите, шикарнейший помидор. Как мы вам говорили, мы сажать в этом году два блока томата, потому что показал себя очень шикарно. Самое что хорошо, как вы видите, по размеру, по цвету, да, что самые макушки он хорошо дает по форме, по объему, выполнены исключительно хорошо помидоры. То есть вы видите качество. Что сейчас очень важно? Сейчас важно, конечно, номер один — это соблюдать световой день и температурный, да, то есть световой день, хотя бы на уровне для томата, если есть возможность, то, конечно, досвечивать. Если у кого нету, то там обязательно надо будет работать температурой, то есть чуть-чуть температуру ниже и закладывать период рассады больше. То есть мы рассаду выгоняем в районе, то есть сейчас высадили в кассетах, потом она будет пересаживаться с кассеты на стаканчик. Что еще у нас здесь? Первый, второй момент, это важно, с фитоспорином пролить. В данном случае торф идет агробал в смеси с вермикулитом, поэтому на этой стадии пока мы ничем не подкармливаем. Даже если мы видим какие-то признаки, чуть-чуть бывают признаки такого, как бы нехватки, как железо, выходит либо фосфор, то это больше как бы мы здесь регулируем за счет температуры, когда пытаемся чуть-чуть снизить температуру, чтобы томат не вытягивался. Потому что можно посмотреть, да, многие там сильно, чуть-чуть, вот, например, есть под листами такой сикофиолетовый. Это не есть недостаток фосфора, да, это мы чуть-чуть, конечно, температуру сбавляем, чтобы момент, когда сильно тепло, чтобы если сильно не вытягивается, мы температуру спускаем. Это может томат, вот, в отличие от огурца, без проблем выдерживает спускание температуры, и у него рост притормаживается, да? То есть обязательно, если у вас начинает рассада чуть вытягиваться, спускайте температуру. Даже если у вас обработанные растения, опять же, я повторюсь, обработан фитоспорином, шикарно обработан, да? Бояться температуры, там даже 12 градусов ночью, не надо бояться, да? То есть лучше спустить, чем растение перетянется, да? То есть поэтому здесь вот надо обязательно, и, соответственно, конечно, досветка. Мы тоже пытаемся сейчас сэкономить где-то, да, то есть на досветке чуть уменьшаем, потому что электричество дорогое. По максимуму пытаемся все-таки на естественном свете работать. Поэтому вот так вот. На данном этапе, да, то есть для 2 декабря рассада шикарная, лист идет. То есть гормонами, которые типа Атлант, это, да, то есть атлет, мы не работаем, потому что здесь как бы чисто на естественном росте, за счет баланса температуры мы его пытаемся притормозить рост, насколько это возможно. Вот, например, сегодня уже день, вот сами то есть видите, да, то есть вышло солнце, если до этого было, ну, очень холодно на улице, то сегодня температура, ну, немножко запаривается, да, то есть поэтому надо обязательно следить, смотреть по температуре, потому что даже в течение нескольких часов может температуру упустить, и он хорошо томат запарится. То есть этого на рассаде делать не надо. Если у вас такая молодая рассада, здесь должен быть постоянный человек, который должен следить за температурой. Если у вас нет автоматики, тогда надо вручную за этим смотреть. То есть на данной стадии сейчас самое важное — это именно световой и температурный режим. То есть вот не пропустить его, да, то есть баланс это должен быть. И если вы будете все это дело соблюдать, то будет все шикарно. Будем дальше показывать. Смотрите. До свидания.